Так, давай по одному, чтобы не завалилось. Теперь ты. Самое худшее, пожалуй, позади. Черт! Слышал? Хватало. Потому зону запретные объявили. Ну, раз тут стаи такие здоровые. Разобрались бы сначала, уроды! Да Артём, слава богу, это не орден, ганзовцы, козлы. Ох, ну и видок у тебя. Ну ничего, отец им задаст. Дочка, а что у вас тут в Москве-то вашей происходит? В смысле у вас тут в Москве? Можно подумать, вы не отсюда. Так не местные мы, деревня наши километров 200 отсюда. Какая деревня? Вы не из Москвы? Деревня как деревня. Пришли в Москву за отцом его. Он год как с мужиками сюда подался, и ни слуху, ни духу. А тут нас с этим схватили. Там что, есть жизнь? А чего ей не быть? Не везде, конечно. Мест гиблых много, и нечисти развелось. Но живем помаленьку. Артём, ты был прав! Там правда люди живут!
знали? Думали, мы одни спаслись? Господи, приехали. Мы теперь всему метро расскажем. Папка и пацан на выход. Эй, я не поняла, вы же нас черти куда завезли? Ничего, разберутся. Противогазы хоть верните! А противогазы не понадобятся. Дурак, а мог бы жить дожить. Поехали. Видать, стражи прорвались. Хана работает. Подохнет, стоя на часах в такой боли. Карьера зашибись просто. Эй! Что это за шум? Внимание! Включение поворотного круга. Смотри, если выйдешь, значит одумался. И что больше никаких. Нелюди.
как же так? Что же поделать? Тварь, небось, страж! Человек? Как вы... О! Господи! Так это она про вас кричала! Живой! Вы за ней? Так... Я помогу! Хоть какой-то толк с меня! Так... Девушку отвели на допрос к начальнику базы. К парадному входу провести не смогу. Охраны куча, но в обход может и получится. Идемте. Только не спешите. Заметят и конец нам обоим. Стоп! Вам на свет лучше не показываться. Давайте-ка вот как сделаем. Вы отключите щиток освещения, а я пока этих отвлеку. Надо, блин, не твое дело. И вообще, что ты тут встал? Вон тебе какой заловочку разбирать. Стойте! Вопрос, он придется вам будет. Его вырубить, сумеете? Только не шумите. Ничего, что ты работай там давай. Погодите, погодите! Стойте! Вот ведь прямо сюда смотрит, а нам в ту дверь нужно! Попробуйте отвлечь его. Вон мусор всякий. Киньте рядом, может, сработает. Отлично, теперь кидайте. Надеюсь, шум его отвлечет. Отлично! Идемте, скорее! Проходите быстрее! Удачи вам! Когда узнаешь, что мы сделали с Артемом, на тебя
Лежала, я ее умыкнул. Надо бежать, пока они не разобрались. Охрана! Вам надо пробраться через двор, вон в те двери, откуда охрана выбегает. Быстрее, сюда! Идемте. Кто вы? Я Мак Андрей Иванович, машинист паровоза. Бегите, главное приберитесь в ангар, а там Бог даст вывезу вас. А меня не знают, внимания не обратят. Андрей Иванович, зачем вы нам помогаете? У меня была... позже расскажу, надеюсь. Берегите себя. Тёма, здесь враги. Подсади меня. Видно плохо, вьюга началась. Тёма, не забывай про датчик видимости. Если не суетишься, не лезешь на свет, заметить тебя сложно, и индикатор не горит. И фонарик не включай зря, могут заметить. Артём, к тебе идут двое. Попробую прикрыть тебя сверху.
тебя. Охрана сбежать не даст. Надо от них избавиться. Артём, рядом враги. Молодой человек, кругом полно охраны. Надо с ней разобраться. Разберитесь с охраной, пожалуйста. Добрались, черт. С вами все в порядке? Да, дочка, спасибо. Так, времени мало, скоро охрана вернется. Я на паровоз. Он вроде как подготовлен. Вы давайте наверх. Тема, бежим. Включите поворотный механизм.
Ну и по сторонам посмотрим. На шум вся база сбираться может. Внимание! Еще охрана, отбивается! Машиниста? Я не понял, что значит в расход? Лезь не в свое дело! А ты не лезь! Сейчас полковник тебе все разъяснит! Товарищ полковник, тут Аня? Такое... Папа! Ребята! Это мы! Помогите! Аня, какого черта? Артем! Ребят, вы что тут делаете? Вот так добрый вечер! Полковник, это трибунал! Всем вам! Так, всем заткнуться! Невероятно! Невероятно! Черт! Так это правда? Ты на них работаешь? Они в Артема стреляли! Как вы тут оказались? А впрочем, не важно. Ты не представляешь, во что вы влезли. Теперь куда ни кинь, всюду клин. Ганза, этого так не осталось. Пошло! Наблюдатели не позволят. Нет уж, я не замолчу! Зачем нужна эта глушилка? Почему они скрывают, что Москва не одна? Товарищ полковник, это глушилка. Люди из других городов. И тут их всех, молчать! Всех женщин, потом детей. Потом объясню. Все потом.
Отец, что там по железной дороге впереди? До 101 километра дорога в норме. Безопасная стоянка недалеко найдется? Найдется, только торопиться нужно. Они крейсер вызывали. Значит так, мужики. Артем с Анькой моей сейчас такого наворотили. В Москву им сейчас возвращаться нельзя. А то по законам военного времени их... Ну, в общем, мне увезти их надо, пока все не уляжется. А вы оставайтесь. Слышь, майор, мои люди к недоразумению на глушилке не отношения решать, не знаешь. Имеют. Я ни хера не понял, но за ребят буду драться. Конечно, Артем, Аня, он же наших не бросает. Если не будет готов, то... Ладно, спартанцы, тогда этих за борт и полный вперед. Артем, пошли выйдем на свежий воздух. Спасибо ребятам, что поддержали. Им ведь он, похоже, тоже ничего не говорил. 20 лет мы сидели в метро, считая, что весь мир сгорел во время войны. А на самом деле Москву просто отгородили кольцом радиоглушилок. Красота! И пока ты ходил с этой рацией и хватал рентгены, отец просто врал! Врал тебе, мне, да всем вообще! Всем... Теперь ты и прихвати!
дети твои! И дочку твою удали, как дезертира! Как собак бешеный! Пулю и кювет! Лично! Лично тебя пристрелю! И не затылок! В рожу твою! Скотина! Стой всех! Огонь! Огонь! За родину, за людей, понял? Но не ради тебя, гнида! Сближается! 13-го быть на чеку! Вижу его! Ваше время истекло, полковник Сити! Мы сбавляем ход!
Не стреляй! Я просто кочегар, я не с ними. Меня заставили. Артём, бомбу ставь как можно ближе к котлу. Предатели, а самые настоящие вражеские диверсанты получаемся. Мы стоим сотни километров от Москвы. Стоим и проверяем дозиметры, потому что все они показывают почти нормальный фон, будто сговорились. Но эта потрясающая новость никого особо не радует. Ребята не понимают, что делать дальше. А лично я жду ответов на вопросы. И надеюсь, что командир, которому я до сих пор доверял безоговорочно, будет очень убедителен в этих ответах. Сейчас на развилке. Все недоумевают, куда дальше, вперед или назад, налево или направо. Да, примерно этого я от тебя и ожидал. Но суть передана верно. Что твой счет?